29 глава книги пророка Иезекииля. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи так, говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя. Отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расшипился, и все плечо исколол им, и когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так, говорит Господь Бог, вот я наведу на тебя меч, и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будет обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так, говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорой, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27 году, в 1 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так, говорит Господь Бог, вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь.